Отношения между Францией и Азербайджаном с каждым годом развиваются и охватывают многие сферы, включая политику, экономику и образование. Об этом в рамках мероприятия, посвященного Дню независимости Франции, заявила посол страны в Азербайджане Аурелия Буше. По ее словам, французские компании заинтересованы во вложении инвестиций почти во все сферы экономики Азербайджана. Франция продолжит поддерживать стремление Азербайджана в диверсификации экономики. Наибольший интерес для французских инвесторов представляют такие сферы, как сельское хозяйство, транспорт, энергетика. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов поздравил Францию с национальным праздником и отметил, что экономические отношения между странами развиваются с каждым годом. На этой неделе Азербайджан посетила обширная делегация МИДЕФ, в состав которой вошли около 70 глав французских компаний. Эта организация, можно сказать, олицетворяет Францию с точки зрения экономики. Поэтому мы рассчитываем, что объем инвестиций Франции в Азербайджан в ближайшие годы может возрасти более чем в два раза. Политический диалог между Францией и Азербайджаном становится более интенсивным благодаря контактам на высшем уровне. По словам Аурелии Буше, Азербайджан вносит весомый вклад в стабильность Каспийского региона благодаря многоплановой политике страны. Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, привержена мирному урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Страна предпринимает шаги в процессе проведения переговоров и осуществляет необходимую поддержку. В ходе мероприятия посол также отметил развитие парламентского сотрудничества между странами. В конце сентября парламентская делегация группы дружбы Франция-Кавказ посетит Баку. Медина Гурбанова, Рашат Агамалиев, CBC.